Как бы сказать, ну это такое шлепание. Я не удивляюсь, что у него 7 нокаутов на 25 побед. Впрочем, может быть, это как бы ведь не все, что он умеет, он показал. А у нас начался второй раунд. Я себя с трудом слышу. Так замечательно поддерживает зал Поветкина. Сейчас сначала справа, потом слева. Но не очень сильно приложился Поветкин. Сайкс удары видел. А вот видите, который раз уже уходит вниз и нарывается на левый удар снизу Сайкс. И сам не понимает свои ошибки, раз ее повторяет из раза в раз. Уходит вниз, а там кулак. Ждет. Правда, очень такой короткий удар. Сильным его трудно сделать. Но встречным движением Сайкс его усиливает. Достаточно легок на ногах. Все свои 107 килограммов так носит. Без труда. Провел сейчас удар по ветке. Но вот сейчас хорошо. Оба в двойке. Перед этим немножко смазано. А вот после вторая двойка была замечательная. И улыбка на лице Тауруса Сайкса говорила о том, что посылка дошла до адресата. Это такая автоматическая бравада. И еще левый боковой проводит Поветкин. Справа начал атаку Поветкин. Сайкс, видите, показывает, что может работать корпусом, защищаться корпусом, то есть уклонами, но это легче показывает, когда по тебе не бьют. Пока что очень много пропускает Таурус Сайкс. Но он имеет репутацию выносливого боксера. Нет, 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 это не нокдаун, не нокдаун, нет, там удар самый сильный в локоть был. Нет, 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 просто неловкое движение. Радоваться нечему.